Ситуация на Донбассе наверняка будет обсуждаться завтра и высокими переговорщиками. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречается в Белграде с Владиславом Сурковым, помощником президента России. По словам украинских дипломатов, Волкер уже проинформировал официальный Киев о темах переговоров. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал Алексей Макеев, глава политического департамента МИД Украины. Впрочем, никаких дополнительных деталей Макеев журналистам не представил. Ограничился только тем, что в очередной раз дал понять всем скептикам и критикам. Украинский вопрос не обсуждается Америкой и Россией за спиной у Украины.